среду в Самарской области будет ясное небо без осадков. Еще чуть потеплее, днем плюс 5, плюс 8 градусов, ночью 3-6 ниже 0. Ветер преимущественно юго-восточного направления, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани безоблачное небо, днем плюс 7 градусов, ночью минус 3. Ветер юго-восточный, скорость 6 метров в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 5, ночью 3 градуса ниже 0, ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Самаре ясная погода без осадков, температура днем плюс 5 градусов, ночью минус 6. Ветер юго-восточного направления 3 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 42%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.